люди обычно болтают разные. Про вертолеты, про леса. Я что-то слышал, но ничего не верю. Кто-то сказал, что тут диверсанты. Ерунда. Холод, как в моей первой партии.
Привет. Вы не поможете мне отыскать это место? Ну, конечно. Я знаю, где их можно найти. Спасибо вам. Вали ты! Я буду искать, но все в норме. Да, враг знает, что бы мы так думали. Будь начеку. Если бы призраки знали, что их ждет, они бы сдались. Репорте все так себе. Облава провалилась. Нам нужно дождаться отчета. Не стоит раздувать слухи. Их нужно уничтожить. Увижу хоть одного, открою огонь. У Скелла хватило денег на целый остров. И к чему это привело? Такие деньги скорее проклятие.
хорошо. Ого. Интересно, надо сходить глянуть. Ладно, я с тобой. Тело противника! Пощади! Whoa.
Мне нужно идти по делам. Thank you.
Thank you.
Ugh.
Здравствуйте. Вы не знаете, где это место? То, что вы ищете, находится вот здесь. Огромное спасибо. Вчера я проходил мимо одной древней деревни. Там теперь джунгли. Она совсем опустела, крыши заросли лианами и все такое. Да ну, это ужасно. Древние очень заботились о природе острова. И никому плохого не делали. А Сентинел начал охотиться на их потомков. Ужас просто. Сентинел, интересует. Поздно, призраки поймут, что они обучены. Вчера я проходил мимо одной древней деревни. Там теперь джунгли. Она совсем опустела, крыша заросла лианами и все такое. Да ну, это ужасно. Древние очень заботились о острове. И никому плохого не делали. Сентинел начал охотиться на их потомков. Ужас просто. Сентинел интересует только власть и прибыль. Это отвратительно.
Говорят, мы сбили шпионские вертолеты. Не знаю, кто сюда поедет. Интересно, что произошло. Наверное, кто-то облажался.
районе идут акции протеста, так что по возможности не выходите из дома. Да, я знаю. Просто творится какой-то хаос. Надо бы глянуть, что там. Ладно, я с тобой. В этом районе идут акции протеста, так что по возможности не выходите из дома. Никого. Вокруг творится какой-то. Седрик убит! Видел это? Я в топе нет. Потому что сейчас ночь. В этом районе. Ненавижу. Да! Скажу прямо что-то. В фрипорте у людей возникли
от меня! Пожалуйста, не трогай меня! Спокойно. Все спокойно. Понял. Прошиться. Отбой тревоги. Слышал пропавший вертолет. Мне проблем не нужно.
правило одно. Не лезь к нам.